Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку под названием Blade of Darkness. В общем, я думаю, это какая-то новая игра, такое ощущение, что это что-то очень старое. Надеюсь, по звуку будет нормально все. А! Используйте стрелки для выбора персонажа. Какой-то мечник, гном. Лучница. Варвар. Мечник. Пусть будет вот качок. Качок. Будем за качка играть. Нажмите Enter. Тукарам. Здоровье 80, атака 2, защита 0, возраст 25, рост 225. Ничего себе ты здоровый, короче, погнали, уверен, да. 225 сантиметров. Да, не надо обучение, мы и так все знаем. Все, мне все обучение показали на экране. Блин, это серьезная игра еще и долго загружается? Такое может быть разве? Игра, такое разве может быть? Ты графику свою видела? Или ты зависла? Что с тобой? А, она была на кнопку нажать. Степи Каракум скрывались за спиной, оставив... Да блин, кошмар, мистические родина ваших предков. Такие тайны. Какая судьба ждут вас в тени освещенных монолитов? Блин, громко. Громко, надо еще тише делать. Хотя по графику вроде бы громче у меня получается не должно записывать. Ура! Ура! Нет? Shift. Блин, ну это да. Я тут проплыву? Я не утону? Что я очень сильный. А, так это... Да блин, ты бегать-то умеешь? Нет? Хатюм, хатюм. Что там, что там? Тут уже поглубже. Уже можно было и утонуть. Я хотел ничего, на контрол. На контрол блок. Это даже не блок, а парирование. Окей. Так, я все-таки сделаю потише. Я и так на пятерку, да, поставил. Просто ничего не меняется, мне кажется, ни хрена. Как-то совершенно ничего не меняется. Не знаю, может быть. Может быть, да. Ага, что хотел сказать. Опачки, вражинка, погнали. Хатюн! А! Ничего себе! Что там такое? Теле здоровье, как поднять? Оно поднялось? Вот это я мощный. Не, ну это реалистично, конечно. Факел можно взять, да? Даже не было написано, что можно взять. Так, а как выкинуть там другой меч взять? На тап? Нет? А, ай. Так, и что мне теперь с ним делать? Меч хаоса, во. Погнали. Это меч хаоса, представляешь? Что такое меч хаоса? А есть такой... Муэльс! Уть! Хоть! Хоть! Уть! Спидран. Вот такими вот прыжками будем спидранить.
Да, еще бы попадать по ним. Да хватит меня бить, пацаны. Тебе зачем столько оружия? Во, зелье здоровья. А, ты сразу пьешь, отлично. Так, а зачем я сюда пришел? Не-не, где там меч хаус? О, бери. Блин, бегать не может, не могу. Не могу так, когда не можешь бегать. Очень это... Так, подожди, а я же вот сюда шел и чё, и куда? Стой, подожди. А тут больше некуда идти-то. Так. Может, по... А, все, я понял куда. А как мне туда залезть? Короче, надо как-то залезть. Запрыгни. Ага, серьезно? Нифига себе. Не, серьезно, в каком году эта игра вышла? Как там блок-то? А, во. Надо попробовать отпарировать. По тени вижу, что там кто-то есть. Кто-то большой, мне кажется. Давай, еще парируй. А, так ты тоже, типа, щит свой ставишь? Что это говно? Ты слышишь, у тебя есть это попить? Попить есть у тебя? И весь в крови. Мне очень плохо. Надо залезть куда-нибудь. Да блин, ну почему ты не можешь бегать? Не, серьезно, может быть кто-то знает, какого года эта игра? Я думал, это новая, свежая. Надо, кстати, в Steam посмотреть. Может быть, ее только-только портировали там. Или там как-то ремейк как-то. Запрыгни наверх. Ай! Все, мы, короче, сейчас сдохнем. Ближайшие противники мы сдыхаем. Я просто проверил кнопки. Эй, говно! Ах ты, сука! Как ты посмел, а? Офигеть, тут, конечно, кровавая игра. Офигеть. Ладно, давайте на этом закончим. Игрушка прикольная, но... Слишком старенькая, походу. Блин, я аж подавился. В общем, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Если понравилась игрушка, и кто знает, особенно какого года эта игра, если это новая, тоже об этом напишите. В общем, в комментариях. Будет прикольно. В общем, все, с вами был Максим, канал GG Family. Всем пока, до новых встреч, пока-пока.